Приехали отмечать ей Танечку день рождения, 3 годика. Приехали в Салаш. Вот такое вот местечко. Парковки много. Там кто-то уже отмечает, наверное, сбор урожая. Сделано все в таком деревенском стиле. Вот тут какое-то место. Давно его, наверное, не использовали. Все домики гостевые. Аутентично. Так, это сам ресторанчик. Сидит влюбленная. Вот, а тут мы сели. Шипит у нас. Я не могу.